Да, здравствуйте, спасибо, но я ничего и не говорил. Так. Что ж, сегодня непомерно маленькое число студентов, а зря. Тема непростая. Точнее, даже она не столько сложная, сколько необычная. Весьма специфическая. Так, кажется, как будто бы мы будем заниматься какими-то абстрактными и совершенно бесполезными вещами, но на самом деле так называемые базисы Грёбнера, ну или сегодня системы Грёбнера, это весьма полезная вещь, ну не только с теоретической точки зрения, но и с практической. Ну, с практической не в том смысле, что там базисами Грёбнера можно гвозди забивать, а в смысле, что с помощью них получается некое обобщение метода Гаусса, по сути. Так. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с лексикографического порядка. Первый сюжет, который надо рассмотреть, это порядок лексикографический. Порядок. Так. У меня почему-то на экране очень плохое качество видео. Это так. Ага. И как же это исправить? Не очень ясно. Так, может дело в камере, в фокусе, а не. Да, боюсь, что дело в интернете. Да уж. Компьютер сайенс. Так. И все равно видно отвратительно. Что с этим делать? Да, фокус-то можно настроить. Боюсь, только дело не в фокусе, а в качестве интернета, с которым непонятно, что сделать сейчас. Да уж. Нет, боюсь, все-таки все дело в. Ну ладно, вот у меня почичело стала более четкой картинка, но на секунду. Так. Хорошо, главное слово говорите, и все будет понятно. А слышно-то хотя бы ясно или нет? Так, окей. Ну что ж. Давайте писать крупными символами. AX первое. Ну-ка. О, отлично. AX первое и первое. Тут X второе. И второе, и так далее. X nth и nth. Больше, чем b умножить на x первое g первое. И так далее до xn в степени gnt, тогда и только тогда, когда
существует К такое, что и первое равно же первому, ну и так далее, и К минус первое равно же К минус первому, но при этом и КТ больше, чем ЖКТ. Так, ну и давайте пример этого. Ну, это лексикографический порядок, это порядок на мономах. То есть мы учимся понимать, какой моном старше какого. Ну, лексикографический порядок – это на самом деле обычный порядок, который используется на словах в словаре. Вот, то есть в словаре использован лексикографический порядок, ну, только там буквы не x1, xn, а там буквы алфавита. Ну, давайте пример. 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 Ну, давайте расставить. Цепочку расставить цепочку такие вот мономы, ну какие-нибудь произвольные напишем, x первое там x второе в кубе x пятое x первое квадрат, x второе, x первое квадрат, x третье в кубе, x второе в 20 степени, ну и x первое, x второе, простите, x первое, x второе, и давайте x первое, x второе, x третье. Вот тут огромная куча мономов. Целых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мономов. А какой же из них самый-самый старший? Да, да. x1 в квадрате, x2. Ну, то есть, как мы производим сравнение? Мы смотрим на первую букву, находим тот моном, в котором первая буква в самой большой степени. То есть, самый старший здесь, что получается? А, вот, но здесь проблема. Есть первая буква во второй степени, ну, первая переменная во второй степени в двух словах. Ну, тогда переходим ко второй букве. Это мы по убыванию, да, по убыванию поставим. Ну, начнем с самого старшего. Почему бы нет? Смотрим по первой букве. Первая буква встречается, то есть самая старшая буква x1 встречается вот в этих двух словах два раза. Но дело в том, что здесь после двух букв x1 идет вторая по старшинству x2, а здесь x2 идет в нулевой степени. Поэтому мы ставим на первое место x1 в квадрате x2. Далее, конечно же, идет x1 в квадрате x3. Так как во всех остальных мономах
мономах, самая старшая переменная x1 идет только в первой степени. Далее нужно расставить x1, x1, x2 и x1, x2, x3. Ну что ж, что получается? У нас дело в том, что у x1 вторая и третья переменная в нулевых степенях, у x1, x2 третья переменная в нулевой степени, а вот здесь вот все три переменные в первой степени, то есть степени вот эти вот больше. То есть как устроен лексикографический порядок? Мы сначала сравниваем степени у первой переменной. Если для них ничего не получилось, если они равны, то мы сравниваем уже степени для второй переменной. Ну и так далее. То есть фактически мы сравниваем по очереди степени. Так. Угу. И что? У нас осталось два монома. x2 в кубе, x5 и x2 в 20. Ну, опять же, мы сначала смотрим. Да. Да, действительно, x2 в 20. Мы смотрим на степени x1, они у обоих мономов нули, и там x1 в нулевой степени. Далее смотрим на x2, x2 больше здесь. То есть x2 в 20. И самое маленькое здесь, x2 в третьей степени на x5. Хорошо. То есть поочередно сравниваем, если ничего не получилось, то идем дальше. И сравниваем, ну, ничего не получилось, в смысле, одна и та же степень, там у x1 переходим к следующей переменной. И так далее, пока не найдем различия. Так, ну что ж, замечательно, первый номер. Номер один. Пусть m нулевое множество всех одночленов с коэффициентом 1. Найдите все одночлены, принадлежащий m0, для которых существует лишь конечное число одночленов, которые меньше их в лексикографическом порядке. То есть m – это какой-то моном, который принадлежит многочленам от n переменных. Так, нужно найти все такие мономы M, что существует конечное число M-штрих, существует конечное число мономов M-штрих, таких, что m штрих меньше, чем m. Ну и что же это за такие мономы, для которых конечное число меньше? Вообще говоря, на лекциях у вас была лемма, которая утверждает, что не существует бесконечно убывающей цепочки. То есть нельзя построить бесконечно убывающую цепочку, но вот дело в том, что тем не менее для очень многих мономов бесконечно много меньших мономов, которые меньше. Просто их в цепочку нельзя бесконечную составить, а бесконечно убывающее, но мономов, которые меньше, бесконечно много. Для большинства. А для кого-то не бесконечно много. Ну вот давайте придумаем ответ. Придумайте.
кого нельзя в цепочку поставить? А, почему? Ну, это отдельный вопрос. Ну, это можно... Ну, вот это отдельный вопрос, конечно. Давайте для начала поймем, как... Для каких все-таки конечные? А потом уже будем думать, а почему? Ну, не существует бесконечных цепочек? Нет. А, Иван, а что это такое? Xn плюс первое? Или что это вы имеете в виду? У нас, ну, у нас всего n переменных. А что такое xn плюс первое? Бесконечных цепочек не существует, ну вот. Нет, ну, окей. А, давайте так. Вот есть, например, x первое, да, а вот x второе в степени i меньше. Да. Понимаете, вот у x первого бесконечно много мономов, которые меньше, потому что для любого и, вообще для любого, x второе в этой степени меньше, чем x первое. Да вот я уже бесконечно нашел мономов, которые меньше, чем x первое. Да? Но все-таки для некоторых, конечно, нельзя. А, ну, стоп, задача не про цепочки. Задача вот про найти моном, для которого конечное число. А вот, ну, а как вы их запишете? А как будет устроена эта цепочка? Дело в том, что, ну, вот вы хотите, но вы не можете записать x второй степени бесконечности. Вы можете записать там x второе в степени 1000. Вот. Но, к сожалению, там все ограничено. Да, вот. Дело в том, что хоть их и бесконечно, но вы-то какое-то конкретное напишете. Все равно, когда будете писать цепочку. А меньше него, ну, а дальше только конечное число. Вот. Так что, ну, только это разговор о лемме, которая там была на лекции, а вопрос-то совсем другой. Для какого монома не существует бесконечно меньших бесконечного количества меньших мономов? Вот для x первого существует. Там, вот, там x второй степени. А для xn-ого. А кто меньше xn-ого? Кто меньше многочлена xn-ого? Ну, никто. Константа. Да? Вот. Для xn-ого только... Для xn-ого только константный многочлен подходит. Так что... Нет, конечно. Ну, xn-т, хорошо. А может быть еще какой-нибудь моном? Да, xn в степени. Да, действительно. Ну, давайте запишем какое-нибудь полное решение. Для xn в степени k меньше него
меньше его, вполне конечное множество. Ну, давайте я запишу константа. Константа xnt, xnt в квадрате и так далее, x в k минус 1. Я не уверен, что на лекциях константа считалась мономом, но давайте считать, что константа моном. Почему бы нет? Моном нулевой степени. Так. А какой минус 1? Минус... Ну вот, для xn в катой, для xn в катой степени меньше него ровно вот это вот k монома. Xn. А, понял. Так. Хорошо. Если у нас многочлен вида xn в катой, а если... Ну, как сказать? Если в мономе есть переменная Если в мономе есть переменная, там, x, какие еще тут, xmt неравная xnt, то, если в мономе, давайте, в мономе m мы его обозначали, то m будет больше, чем xnt в итой для любого i. То есть, если у нас в мономе есть какая-то переменная, не для x итого и меньше, показываем, что бесконечное число. Да-да-да, именно это мы и делаем. Если в мономе m есть переменная, которая не последняя, то есть которая старше, то этот моном будет, конечно, всегда старше, чем просто последняя переменная в любой степени. Поэтому если есть какая-то переменная не последняя в мономе, то бесконечно много есть мономов меньше. А если, если только последняя переменная, то конечное число — это просто все степени до k-1. Вот. Несмотря на то, что для большинства мономов бесконечно много меньше, мономов меньших, цепочки можно строить только конечные. Ну, вот потому что хоть и для любого i, вот xnt в этой, например, для любого i меньше, но если я буду выстраивать цепочку, я не смогу тут, ну, когда я буду писать цепочку, я, когда напишу это xnt в этой, я напишу i какое-то конкретное, и дальше смогу только меньшее писать. И, ну, все равно за конечное число шагов я приду к этой, ну, к этой xn, к переменной просто xn, приду к константе. То есть убывающие цепочки все равно только конечные. Как бы это удивительно ни казалось, что вот меньше бесконечно, а в цепочку их не составишь. Странно. Ну, в конечную цепочку. Так. Хорошо. Ну что ж. Задачка номер два. Многочлен называется симметрическим, если... Ну, тут записана какая-то формула, но симметрически, если мы поменяем местами переменные как угодно, то есть вместо там x1 поставим x2 или там как угодно
поменяем местами переменные, и у нас получится тот же самый многочлен. Да? Задачка номер два. Вот, возможно, после того, как я расскажу решение, оно не станет сразу понятным, но нужно будет подумать над ним, видимо, еще или забить на него. Но все же я его расскажу. Докажите, что если вот у нас а умножить на x1, k1 и так далее, xn, kn, это старший член симметрического многочлена f. Ну, давайте я сразу буду придерживаться обозначений вот таких. Вместо старший член писать l от f. Это стандартное обозначение старший член многочлена f. Вот. Ну, тут дано еще во второй задаче, что f симметрический. Нужно показать, что из этого следует, что k1 больше либо равно k2 больше и так далее больше либо равно kn. Хорошо. Ну, дело в том, что просто в этой задаче, чем понять чужое решение, проще там, подумать 5 минут и понять, что ну, это да, действительно так. Ну, давайте что сделаем? От противного. Давайте так. Пусть k первое больше либо равно k второго больше либо равно и так далее. Больше либо равно k какого-то итого. Но k итое меньше, чем k и плюс первое. То есть и это первый момент, первый раз, когда нарушается вот это вот неравенство. Ну, тут и меньше n. И может быть и равно единице, может быть 10. То есть вот смотрим на эти неравенства, если все выполнились, то все хорошо. Но мы рассуждаем от противного. Пусть в какой-то момент не выполнилось неравенство, то есть имеется обратное неравенство, что каита меньше, чем каи плюс первое. А до этого все было нормально. Что ж, тогда так как f симметрический, в нем помимо монома а умножить на x первое в степени k1 и так далее, x ит в степени k ит, x и плюс первое в степени k и плюс первое. Ой, вот здесь плюс один внизу должен быть. И так далее до xn в степени kn. Да? В нем помимо монома такого есть моном
Дело в том, что так как он симметрический, мы, переставляя переменные каким угодно образом, получаем тот же самый многочлен. То есть, если мы... у нас может переставиться, например, x плюс 1, и получится тот же самый многочлен. Что это значит? Это значит, что в этом многочлене, ну, уже был этот моном, да? То есть у нас помимо монома такого есть моном x1, k1 и так далее, xi в степени k и плюс первое. Ну, я просто могу переставить... Ну, могу подставлять вместо друг друга, переставлять любым образом переменные, и я переставлю эти две. Поставлю вместо x и первого x и t, а вместо x и t x и первое. И тогда получится, что x и t у меня в степени k и плюс первое. А, соответственно, x и плюс первое в степени просто k и t. И так далее до xn в степени kn. А что вы имеете в виду? Откуда какая степень? В чате вопрос, непонятно, откуда степень такая, а вы про какой момент? Тут повсюду степени, поэтому... Почему там вот, а, вот здесь вот непонятно, почему такая степень. Ну, в F, ну, F симметрический, то есть мы, ну, условно, там, что такое симметрический многочлен? Это значит, что многочлен F от X, Y, Z, это... У нас получится то же самое, если мы возьмем и вместо иксов поставим игреки, а вместо игреков иксы. Ну, вот что значит симметрический. Да, 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 значит. Значит, ну, то есть, правда... Да, можно это понимать как перестановку степеней, но понимаете, можно понимать это то, что у нас переставляются, как сказать, переставляются переменные, а можно считать, что переменные стоят на месте и переставляются степени. Да, ну, это, да, это одно и то же. То есть, как бы по определению симметрического переставляются переменные, но можно считать, что при этом просто переставляются соответствующим образом степени. Все вместе переставлять нельзя? Да нет, можно. Можно как угодно. Как угодно переставить вот переменные. Ну, то есть при этом переставятся соответствующим образом степени. То есть мы меняем... Так как у нас многочлен симметрический, то есть f от x, y, z это все равно, что f от y, z, мы поменяем, подставим вместо в наш многочлен, подставим вместо x и первого x, x и t, и наоборот. Поменяли их местами, подставили, и должны получить тот же самый моном. Но это и значит, что в нашем многочлене изначально был вот этот моном, где они переставлены местами, так как у нас должно получиться то же самое. Значит, у нас изначально был такой моном. Вот. Ну и давайте назовем это M1, а это назовем М2. Но
Что получается? М2 больше, чем М1. То есть, если у нас многочлен симметрический, можно представлять как угодно переменные, или, если так легче, то как угодно можно степени переставлять, видимо. Да, как угодно можно степени переставлять. Ну, то есть, переставлять не переменные, а зафиксировать переменные, и степени будут переставляться. Ну, это значит, что если у нас в какой-то момент очередная степень была больше, чем предыдущая, то мы переставим эти две и получим моном, который больше, чем был исходный. Так как здесь x и t в степени k и плюс первое, а здесь x и t в степени k и t. А мы от противного предполагаем, что k и t меньше, чем k и плюс первое. Да? Но m и t больше... М второе больше, чем М первое. А это... противоречит... противоречит тому, что М первое... М1 является старшим членом многочлена F. Ну, то есть, если эти неравенства не выполняются, в какой-то момент можно переставить из следствий симметричности многочлена и получить моном побольше. Перейдем. Не переживайте. Так. Двигаемся дальше. Что там? Дальше мы двинемся к задачке номер 4. Так. Ну, давайте я, чтобы самому ориентироваться на какую-то запись, я запишу, что такое элементарная редукция. Элементарная редукция монома M, принадлежащего G, при помощи F. Пусть F и G принадлежат R без нуля. R — это всевозможные многочлены. Пусть F и G принадлежат R без нуля. Что еще сказано? Что M принадлежит G, и M делится на старший член F, да, то есть, в частности, M равно M штрих на старший член F. Тогда мы проделываем элементарную редукцию, которая заключается вот в чем. G переходит в G минус M штрих F.
да, который мы обозначаем символом G' и говорим, что G редуцируется к G' с помощью редукции, элементарной редукции F. Ну, то есть это некое обобщение деления с остатком. Ну и проделаем это на примерах. На примере номера 4 давайте. Да, нам нужно проделать, ну, это элементарная редукция, а мы, если будем делать эти элементарные редукции до тех пор, пока мы их можем делать, вот сделали все, а в какой-то момент оказалось, что мы дальше уже ничего не можем сделать. Ну, а когда мы ничего не сможем сделать? Когда в G уже не будет такого монома, который делится на старший член многочлена F. Вот. И тогда можно говорить, что G имеет остаток относительно F, вот тот, который получился. Правда, это не совсем остаток в обычном понимании этого слова, потому что он определен неоднозначно. Но все же иногда определен однозначно. Так, у нас F состоит из двух многочленов. Но это просто значит то, что мы можем применять элементарные редукции. Можем применять элементарные редукции сразу двумя, ну, на выбор. Любым из этих двух многочленов редуцировать наш многочлен G. Иногда это когда система Грёбнера у нас, да. Когда F является системой Грёбнера. Ну что ж. Давайте проведем редукцию, то есть найдем остаток. Это значит, мы применим столько раз, сколько сможем, элементарную редукцию. Ну что ж, предлагается отдавать предпочтение. Ну, вот мы хотим провести вот эту самую редукцию. Да? Предлагается отдавать предпочтение старшим мономам. Ну, то есть, если можно старший моном редуцировать, то мы отдаем ему предпочтение. Смотрим. Старший моном здесь вот этот. x1, x3, x4 в квадрате. Чем его можно редуцировать? Нужно, чтобы этот моном делился на старший член в f. В качестве f мы можем взять это и это. В данном случае у нас подойдет и то, и другое. То есть и на здесь старший моном это x1, а здесь старший моном это x3. У нас делится и на то, и на то. Ну, давайте возьмем первый. Возьмем первый и с помощью него редуцируем. Как редуцируется? Я напишу стрелочку и напишу действие. Ну, условно, вот эта вот штука — это f1, а вот эта штука — это f2. Да? Я напишу действие, которое нужно сделать, чтобы уничтожился вот этот вот моном, редуцировался. Я должен прибавить f1, умноженное на то, что здесь обозначено буквой m'. То есть на вот этот вот моном, которого не хватает до m, старшему члену. Смотрим, здесь старший член — это x1. Значит, ему не хватает до этого монома x3, x4 в квадрате. Да? Если мы прибавим, то что получится? Вот этот моном уничтожится. Ну, давайте дальше я буду это в уме делать, а первый раз я запишу, чтобы не вносить лишнюю путаницу в то, что произошло на самом деле. И далее я прибавляю
x первое плюс x второе, умноженное на x третье, x четвертое в квадрате. Вот. О, вроде бы хорошо видно. А что получается? Я замечу сразу, что после того, как мы раскроем скобки, уничтожится вот тот моном, который мы редуцировали. Таким образом, останется только x второе, x третье в квадрате, x четвертое и минус x второе, x третье, x четвертое в квадрате. А теперь продолжим редукцию. Получили вот это. Вот сократился тот моном, который... Там плюс, а не минус. Да, спасибо. Действительно, плюс. Продолжим редукцию. Отдадим предпочтение старшему моному, то есть первому. Посмотрим, с помощью чего можно редуцировать. Дело в том, что здесь старший моном в первом многочлене. Это x1. И наш многочлен не делится, наш моном не делится на x1. Значит, первый уже нельзя использовать. Тогда можно использовать второй. У него старший моном x3, и наш моном делится на x3. Но замечательно, воспользуемся. Каким образом? Нам нужно что сделать? Вычесть f2, домноженный на вот то число, которого не хватает x3 до нашего монома. Ну, не число, прошу прощения, ну, моном. На тот моном. Ну, x3 надо, понятное дело, умножить на x2, x3, x4, чтобы получилось. x2, x3, x4. Домножаем. Ну, и тут я рискуя что-то неправильно вычислить, уже в уме вот это вот действие проделаю. Моном этот редуцируется. И, ну, я просто подбираю этот моном так, чтобы, на который умножаю, так, чтобы уничтожился моном, который редуцировался, и останется у меня только вот это вот x четвертое, умноженное на минус 1 и умноженное на x2, x3, x4. То есть у меня останется x2, точнее минус x2, x3, x4 в квадрате плюс x2, x3, x4 в квадрате. Ну, что равно нулю. То есть у нас получается ответ 0. Остаток относительно этой системы получается нулевой. Ну, один из остатков. Дело в том, что в данном случае может быть определен остаток неоднозначно. Можете задать вопросы какие-нибудь по этому процессу, но мы еще сейчас раз пять это сделаем, поэтому, скорее всего, станет понятнее в процессе, что происходит. Давайте сделаем пятый номер, и уже после него, если останутся вопросы, то уже на них тогда подробно ответим. Так, то есть если мы в другом порядке будем... Да, ответ на вопрос в чате, то есть если мы в другом порядке будем выбирать многочлены из f, то другие остатки будут? Да, будут. Именно об этом пятый номер, который мы сейчас сделаем. Номер 5а. В качестве системы f мы рассматриваем x, y плюс 1, y квадрат минус 1. В качестве многочлена g, который мы будем редуцировать, мы рассматриваем x, y квадрат минус x. Это в пункте А. Нужно показать в пятой задаче, что получаются разные остатки в зависимости от того, как мы редуцируем. Ну, давайте это и покажем. То есть, ну, возьмем наш многочлен g, x квадрат y минус x. И проредуцируем мы его с помощью первого.
с помощью первого многочлена. То есть каким образом смотрим старший коэффициент, его нужно... Мы хотим редуцировать моном x квадрат y с помощью этого. То есть нам нужно вычесть f первое умноженное на x. Хорошо, вычитаем, и что получается? Этот моном редуцируется, и остается только минус 1 минус x. Спасибо. Да, я смотрю, что-то какая-то чушь получается. Да, спасибо. Тут y, и, соответственно, тут надо на y домножить. Да. И получается в итоге минус y минус x. Все, теперь вроде бы правильно. Далее смотрим. Смотрим все мономы здесь. Делится ли этот моном на x, y? Ну, нет. Делится ли на y квадрат? Нет. Ну, то есть, не, и аналогично для x. Ни один из мономов здесь не делится на старший моном в системе f. Поэтому это уже не редуцируемо. Это остаток. Давайте проведем редукцию другим способом. X, y квадрат минус x. И редуцировать будем с помощью второго. Вот здесь будет минус f2. Редуцировать будем первый моном. То есть, ну, старший в данном случае. Первый моном редуцируем. Он делится на старший моном. Нужно домножить старший моном на x. Домножаем. Вычитаем. И остается что? Ну, остается x минус x равное нулю. Да? Получаются два разных остатка, в зависимости от того, каким... В зависимости от того, каким способом мы редуцируем. Ну, все, собственно, пункт Б. Пункт Б. Так, F равно. Так, пункт Б, xy минус 1, y квадрат минус 1, g это x квадрат y плюс xy квадрат плюс... Так. Да. Задайте вопрос по редуцированию, пока мы не убежали. На что не делятся минус x и минус y? Не делятся на старшие мономы в системе f. Ну, y не делится на xy. И x не делится на xy. Ну, и также y не делится на y квадрат. А почему мы именно... Ну, таково определение, что мы проверяем делимость на старшие мономы. Ну, дело в том, что мы при таком... Да, вот это хорошее замечание, иначе они опять вылезут. Ну, дело в том, что мы все мономы упорядочиваем и стараемся вот заменять все, что делится на старшие мономы. То есть мы проверяем делимость на xy, и в итоге у нас получается, что xy как будто бы заменяется на, ну, условно, на минус 1. Ну вот, понимаете, это все имеет тонкую связь с фактор-кольцами.
с фактор-кольцами, с идеалами, порожденными вот этими двумя мономами. Ну, мы смотрим делимость на старший коэффициент, чтобы у нас как бы после редукции уменьшился. Ну, мономы стали все меньше, чем они были до этого. А если мы просто делимость на произвольный маном VF будем смотреть, то мы можем как бы ходить по кругу. У нас будут то увеличиваться, то уменьшаться эти маномы, и мы не факт, что когда-то придем к какому-то ответу окончательному. Ну что ж, теперь здесь мы что сделаем? Здесь возьмем, постараемся приписать правильно с y квадрат плюс y квадрат и проведем редукцию. Что здесь стоит отметить? Видите ли, здесь можно провести редукцию этого монома, первого монома, можно провести редукцию второго монома. Но я даже сделаю страшнее. Я проведу редукцию, пожалуй, сразу двух мономов. То есть я вычту... Ну, понимаете, вот и это делится на xy, и это делится на xy. Я могу вычесть f1, домноженный на x плюс y. Да? Просто здесь старшему маному не хватает x плюс y для того, чтобы стать вот этими двумя мономами. Поэтому я домножу на x плюс y и сразу избавлюсь от двух мономов здесь. Ну и что останется тогда? Останется x плюс y квадрат. Так. Дальше. Смотрим. X не делится ни на один из старших мономов. Y тоже не делится. Y квадрат делится на старший маном здесь. Ну, что ж, давайте тогда можем проредуцировать. Вычитаем f2, но просто вычитаем. Ни на что не нужно домножать. Тут y квадрат старший маном, а здесь маном y квадрат. То есть просто вычитаем, и получается x плюс y плюс 1. Вот так. Окей. Ну, здесь уже ни один из мономов, конечно, не делится на старшие мономы здесь. То есть это уже никак не уменьшить с помощью системы f. То есть вот это тоже остаток. Но попробуем другим способом пойти. Снова возьмем наш x квадрат y, x y квадрат плюс y квадрат. Ну и, понятное дело, других способов не очень много. Мы возьмем просто второй многочлен из системы f. И смотрим. Вот теперь второй и третий мономы делятся на y квадрат. Можно по очереди их редуцировать, но сэкономим время и сразу проредуцируем оба. Y квадрат нужно домножить на x плюс 1, чтобы все редуцировалось здесь, чтобы этот маном сократился. Так, с первым маномом вообще ничего не произойдет, мы не его редуцируем. Вот эти маномы уничтожатся, и останется плюс x плюс 1. Вот от этой минус единички, умноженной на x плюс 1. Так, здесь все еще можно провести шаг редукции. Это не делится, а вот x квадрат y делится на старший маном первого. То есть нам нужно вычесть первый. Старший маном домножается на x, поэтому домножим здесь на x. Итого получается
того получается x плюс 1. Ну, или же 2x плюс 1. Так. Итак, решение закончено, пятой задачей. Теперь давайте вопросы обсудим. И перед тем, как перейти к девятой. А вот если нужно найти остаток многочлена относительно f, то, как правило, требует найти все возможные остатки. Нет, не требует. Требует найти один из. Но чаще всего требует просто выяснить, однозначно определяются там остатки или нет. То есть чаще всего требует определить, базис Грёбнера у нас или нет. Точнее, система Грёбнера. Так. А вот посмотрите второе задание. Ну и что? Нет, там не надо показывать, что он неоднозначный. Ну, давайте я дам подсказку. Там можно доказать, что он однозначный. Давайте двинемся дальше. Там надо показывать, что он однозначный. Ну, конечно, конечно. Ну, это очевидно на самом деле. Сейчас мы... Не торопитесь, давайте обсудим девятую задачу, и станет все ясно. Только определение системы Грёбнера я не буду записывать. Система Грёбнера — это та система F. Вот у нас были всякие системы. Вот F, например, система вот такая. Если относительно этой системы остаток определен однозначно, то она называется системой Грёбнера. Вот это, например, не система Грёбнера. Вот, ну, вот эти точно не системы Грёбнера, потому что там разные остатки, мы показали, что они не являются. Некоторые системы являются системами Грёбнера, относительно них остаток определяется однозначно. Так, что? Верно в чате написано, базис из одного элемента всегда является базисом Грёбнера. Поэтому во втором номере остаток определен однозначно. Хорошо, что вы это вспомнили. Все, тогда мы к этому не будем возвращаться. Итак, главное, что нужно. Критерий Бухбергера. F. Базис Грёбнера. Тогда и только тогда, когда для любых f1 и f2, принадлежащих f, верно, что s-полином этих двух многочленов редуцируется относительно этой системы f к нулю. Нужно только напомнить, что такое S-полином. Так, это критерий Бухбергера. S-полином. Ну, или S... Что там? S-многочлен, или как так. Ну, более привычное мне название S-полином. Пусть M это ног F, ног многочленов
прошу прощения, ног старших мономов для F1 и F2. Здесь ничего нет. Так, то есть, иными словами, M равно M1 на LF1 равно M2 L на F2. То есть M1 это те переменные, которых не хватает старшему члену F1 для нока, ну и для M2 аналогично. Тогда что мы рассматриваем? Тогда S от F1 и F2 это вот такая странная штука, не запутаться только мне бы. M1 на F1 минус M2 F2. Вот. Что это обеспечивает, вот эту штуку? Ну, давайте посмотрим, заглянем внутрь этого F. Тут есть старший моном, да, старший моном, который L от F1. И при умножении на M1 он даст вот это вот число M. А здесь, ну, здесь аналогично получится число M при умножении старшего монома F2 на M2. То есть S-полином – это такая штука, которая для двух многочленов убивает их старшие мономы. Вот. Утверждается, это совершенно неочевидное утверждение, интуитивно я тут даже не возьмусь как-то это объяснить, вот что если этот S-полином редуцируется к нулю относительно системы F, если, ну, для любых двух многочленов из системы F мы возьмем их S-полином, и он будет редуцироваться к нулю, то это все равно, что F будет являться базисом Грёбнера. То есть это все равно, что... Ну, это сложная теорема, потому что... Сложная теорема, но на самом деле, если сильно присмотреться, то это номер 8. Но мы не будем, к сожалению, доказывать номер 8. Мы просто решим с помощью нее 9 номер. Да. Ну и одно единственное замечание, которое было тоже на лекциях, что если система F состоит всего лишь из одного полинома, то S-полином надо рассматривать от этого полинома, то есть если там F, то тут только S от FF. Но S от FF это 0. Да? Ну, можете посмотреть, что если подставить в S-полином один и тот же многочлен, то получится 0. Поэтому если у нас всего лишь один многочлен в системе, относительно которой мы редуцируем, то она всегда является базисом Грёбнера. То есть всегда определен остаток однозначно. Поэтому во второй задаче, в домашнем задании, остаток будет определен однозначно. Ну и для полностью правильного решения хорошо бы это написать. Вот, скажем так. Для корректного решения. Так, ну и номер 9. Проверим, что что-то является базисом Грёбнера. 9А. Система F из задачи 4. То есть система F у нас была вот таким образом устроена. X1, X2, X3, прошу прощения, X1 плюс X2, а второе X3 плюс X4. Проверим, является ли это базисом Грёбнера. Ну, каким образом? Найдем S-полином от F1 и F2. Это, конечно же, что нужно? Домножить
до нока X1 и X3. То есть работаем только со старшими мономами. Поэтому нужно что сделать? Первый многочлен домножить на x3, а второй многочлен домножить на x1. Это нам даст то, что старшие мономы убьются. Ну, они умножатся на что-то, а потом убьются. И останется только от первого монома x3 на x2, а от второго минус x1, x4. А теперь получившийся... Да. А теперь получившийся s полином отредуцируем. Что ж, начнем со старшего. Вот здесь уже точно стоит всегда начинать со старшего, когда мы проверяем, является ли базисом Грёбнера. Так, что нужно сделать? Нужно прибавить f1 умноженное на x4. Да. И что получится? Получится x3, x2. Первый моном не трогаем. Этот отредуцировался, и у нас останется только плюс x2, x4. Да. Ну ладно, ладно, я не буду больше такие печальные слова использовать. Так. Уже прям по мономам траур. Что ж, далее что? x2, моном x2 не делится. Моном x2, x4 не делится ни на один из старших мономов. Значит, нам остается только отредуцировать моном x3, x2. Ну, окей. Вычтем второй, умноженный на x2. Так, после вычитания что получится? Получится минус x2, x4 плюс x2, x4. Угу. Теперь редуцируем с помощью f2, действительно, и замечательно, мы отредуцировали s полином к нулю. Вот. Это значит, что, следовательно, f – система Грёбнера. Система Грёбнера. Так. Двинемся дальше. Пункт Б. Пункт Б. x квадрат y минус y квадрат x квадрат z минус z квадрат. Считаем s полином s от f1 f2. Это что будет? Это будет z на f, нет, кажется, нет, все правильно. Z на f1 минус y на f2. Что получится? Получится минус y квадрат z. Минус y квадрат z. И я, конечно, наверное, здесь уже просчитаюсь. Или... А, нет, все нормально. Минус y z квадрат. Все, получили s полином такой. Заметим, что старшие мономы здесь содержат x, а здесь мономы не содержат x. Они точно не делятся на старшие мономы. Значит, это нередуцируемо.
Следовательно, F не система Гребнера. Да? Здесь может возникнуть вполне естественный вопрос. Мы как понимаем, что что-то система Гребнера, если мы пришли к нулю? Но, если мы не пришли к нулю, то говорим, что не система Гребнера. Но, а вдруг мы просто, как-то плохо шли? То есть у нас уже были примеры, где мы одним способом приходим к нулю, а другим способом не приходим. Другим способом приходим к другому остатку, который не нулевой. И как же понять, что вдруг мы просто плохо шли? Но дело в том, что если мы получили какой-то не ноль, то даже если есть какой-то хороший путь для S-полинома, с помощью которого получается ноль, то все равно у нас для этого S-полинома получается остаток определен неоднозначно. Значит, F точно не система Гребнера. Вот. Поэтому, то есть, не нужно проверять всеми возможными способами, получается ли ноль или нет. Достаточно как бы один раз проверить, если получился ноль, то все хорошо, система Гребнера. А если не получился ноль, то даже если другим способом получится, то это уже не система Гребнера. Ну и из критерия Бухбергера следует, что не получится никаким способом ноль. Так. Окей. Ну и пункт В. Он отличается от пункта Б тем, что нам взяли и добавили в наши F-иты, добавили что-то очень похожее на сам S-полином, который получился. Да? То есть, давайте рассмотрим S, F1, F2, который у нас оказывается... я замечу, мы его посчитали в прошлый раз. Это в прошлый раз в пункте B. Мы его редуцируем с помощью третьего. То есть фактически прибавляем F3. И получается 0. Так. А что значит сразу 3? S-полином сразу трех многочленов вы имеете в виду? Слушайте, я не знаю, что это такое. Если вы знаете, то... Нет, их по парам нужно, по парам. Вот, да, я не слышал, по крайней мере, возможно, такое и есть. Я не могу быть здесь уверенным. Может быть, какие-то новые разработки. Но нам придется по всем парочкам пройтись. То есть для F1, F2 сводится к нулю. А для F1, F3... нужно свой S-полином посчитать. Что тут получается? Получается, надо домножить, но на YZ. F1 домножить на YZ. А вычесть. А вот это надо домножить на X квадрат, кажется. X квадрат F2. Ой, F3. Вот, получаем YZ F1 минус X квадрат F3. Вычитаем. И получается минус Y в кубе Z. Минус Y в кубе Z. Сейчас минус на минус даст плюс x квадрат yz квадрат. Угу.
Ну что ж, проредуцируем маном, который тут является старше, то есть x квадрат, y, z квадрат, с помощью первого же. Вычтем первый, умноженный на z квадрат. Вычтем первый на z квадрат. Что мы получим? Мы получим минус y в кубе z. Так. Минус y в кубе z, а от этого останется плюс y квадрат z квадрат. Так, ну что ж, и что там остается? Это я бы уже предложил проредуцировать с помощью f третьего, а именно прибавить. Ну, вот возьмем здесь маном y в кубе z, точнее минус y в кубе z. Таким образом, нам нужно прибавить f третье, умноженное на y. Старшему маному не хватает y только. Прибавим. Что мы получим? Мы получим y квадрат z квадрат минус y квадрат z квадрат плюс y квадрат z квадрат. Так, давайте поочередно. Так, если от трех, то это теперь видно. Мы можем второго тоже сразу отредуцировать. Хорошо, там разобрались вроде. Ну, получился после редукции здесь 0. То есть нашли S полином, проредуцировали его с помощью первого, потом с помощью третьего. Тут F3, Y. Я надеюсь, тут хорошо видно. Мне хорошо видно, поэтому вам, наверное, тоже. Вот. Ну что ж. И нужно показать еще, что F2 и f3 редуцируются к нулю. Спасибо. Да, вы так и сказали. Да. Ага, хорошо. Ну что ж, нужно показать, что редуцируются к нулю. Ну да, на самом деле редуцируются. Дело в том, что вот тут все симметрично относительно перестановки y и z. Вот. Формально можно вообще проверить, но мы этого делать не будем. Но можно еще заметить, что от того, что мы y заменим на z, ничего не поменяется. Это, к слову, о симметрических многочленах. Вот симметрические — это когда там не меняется ничего, если поменять какие-то переменные местами. Вот эта система такая симметрическая. Мы если x и y поменяем местами, z и y поменяем местами, то изменится только вот этот маном, умножится на минус единицу. Но с точки зрения всех этих делимостей, базисов Грёбнера, там, идеалов, фактор колец, вот эта вот константа вообще не имеет значения. Ну, то есть минус единица, это, которая здесь вылезет, она ничего не поменяет. Ну, то есть вот этот S-полином редуцируется к нулю точно так же, как и первый редуцировался. Просто с заменой y на z и с заменой вот здесь вот, скорее всего, будет вместо плюса минус. Вот. То есть этот шаг мы опустим, сославшись либо на эти рассуждения, либо на то, что там за кадром это все мы доделаем. И тогда мы выясняем, что f — система Грёбнера. Все. На этом все, что я хотел рассказать, все, что хотел успеть за сегодня. Все, всем спасибо. Все свободны. Mm-hmm.